Смотрите, как уровень поднялся. Знаете, что это значит? Что мы там не проедем. Ну тебе повезло, бля. О, хотя бы не в реке. Наверное. Женя! Перетаскивай в эту сторону. Паша, у тебя много выносливости? Хочешь сходить к нему? Чьи следы ты там следы? Я чуть-чуть... Где? Ну я же заезжал. То есть китаец заехал. Испортил полку опять же. Ну есть, видишь, не зря взяли, блин. У тебя лежат, у меня в этом маленьком кармане, в самом таком. А я думал, что до воды Вот видишь там следы. В идеале это вот если по хребту вот туда заезжаешь и дальше по хребту до самого верха. Но до самого верха у нас ни разу не вышло, блин. Но по крайней мере через хребет и почти до верха доезжали. Если тебе удастся, ну вот ехать не по следам, а еще левее надо ехать. То левее? Да, тогда ты выходишь чуть-чуть лучше на хребет. А так ты на скос попадаешь, и по скосу левее, ты не разгонишься, да? На метр левее. Ну, где-то так. Мне шансов нет. Но подъем будет твоего имени. Твоего, да, кто заедет до конца, назовем вашим именем. Я максимум могу заехать, наверное, через ложбину, если получится. Ну, заедешь до ложбины, а он тверденький, должно затянуть на тяге. Ну да, трудно тронуться отсюда. И что-то меня даже, ну вот, на третий еле затащил.
не втыкается вторая. Цепа умножена на 0, блин. Я не могу ни передачу включить, ничего, блин. А? Не знаю. Но видишь, я-то ехал не как они хотят по прямой. У меня цель сразу была чикенвей. По чикенвей, если ты сразу правильно заезжаешь, то все. И тоже там. Ну, невозможно даже на сцепе остановиться, он просто глохнет и кардец. Ну, давай я без сцепления поеду. Ну. Немножко скользко тут. Заметил, как китаец четко? Я охренел просто. Мы там все охренели. Я забыл, да, про это. Но есть, во-первых, трюк там. Я поехал именно по правой стороне, где он меньше. Да. Ну, я знал, что эта подвеска хорошо глотает кочку. Да. Демпфирует, зашибись. Ну что, на ту? Корзина, смотри, какая мелкая. Ну. Дерево чуть не снес, бля, ногой. Видишь, Вася, дерево, да? А у него такой сук торчит. Не, вот то это. Да, у тебя, ну, можешь удариться ногой. Ну, я ж тебе говорил, бля. Вася. Ну, ты даешь.
сука, застрял. Не, хотя сейчас посмотрим. Фу. А сверху-то оказалось скользко. Ну не хватает, да. Кидал меня всего. Хватает, я чувствую, совсем не хватает. Ну не, мощи. А большое едино не провернет, да? Да он тухнет и на этой. Если честно, берем на китайский мотоцикл, да? Я думаю, блядь, как они умудряются еще, их что-то завоевывать. Реально, В3, блядь, они знают, или первое, третье место. Блядь, я не думаю, блядь, это как в говне. Это как в говне, блядь. Ага. Знаешь, просто он так бум делает и не хочет. Надо как-то вообще полный газ. Ну, самый полный, блядь, дать. Коваленко? Ну, как самый-самый полный газ. Нет, это не считается. Надо вверх, да? До самой шишки. Паша, какая-то дичь творится во время, бля. Еб твою макалку! Бля. Вот он заехал.
нормальная, Вован! Жесткач! Это не работа. Видишь, на тяге едет. Вася уже без пачки. На трехсотках не получалось, да, вот тут ништяк, блядь. Сейчас его, блядь, достать, я хотел побольше. Вольт тоже хотел меня сегодня унижать, я помню, блядь. Да и банан сейчас, блядь, сейчас всех друзей потеряешь, блядь, если будешь один кататься. Блядь, ну точно, я смотрю, тоже, блядь. Точно. Вася, блядь, сейчас Вася? Проклянет, блядь. Ой, блядь, ты чё? Тебя лучше сейчас, знаешь, с обрыва свалиться и покатиться там. А, блядь, Галим и Китайка. А за счет того, что он обрабатывает, ты сохраняешь. А тяга тут хорошая на второй. Видишь, я вижу, вторая довольно длинненькая. Я даже вот эту, ну, Васину гору на второй, блядь. Пошел, пошел, пошел. Ты только в последний момент ты занул. Чел, блядь, на жестком китайце, нахуй, заезжает, блядь, чуваков, которые в саре, он на 300, нахуй. Так, так, здесь ты неправильно немного, тут быстрее немножко есть. Видео снимает, да? Не? Да, цифры видно. Ну, вырежь, круто. О, Вася, Вася, Вася! Эх, Вася. О! О! А просто скорость чуть больше. Сильно скромно заезжал, бля. Ну это ты да, вообще. Не, ну ты, наверное, раньше пытался чуть вот сюда ехать. Ну, примерно. А сейчас ты чуть-чуть, видишь, сгладил и пошло. Слушай, ну она оттуда кажется, блядь, вообще какой-то изи, блядь. А отсюда смотришь, ебать, ну, нахуй. С этой травой, ну, ну непонятный да. Рельеф. Ну, вверх тут всегда был так. Я думаю, где там был мой Chicken Way, пытаюсь его увидеть. Это машины категорически не хватит. Это, ну вот где он заехал до туда, там уже, в принципе, можно пытаться идти траверсой вот туда. Мне просто интересно, до какой высоты он может дотащить. А еще там ступенька есть, подпрыгивай. Выше меня заедешь, до туда. Ну, если бы я мог хотя бы до ступеньки, то там я посмотрю, есть ли шанс пройти траверс у меня. Ну давай. Там просто я спускался, ну поздновато открылся. Просто перепад оказался чуть больше, чем я ожидал, бля. Да не айсы. Да, мне надо прямо вот четвертую тут втыкать на горе. Там спуск такой дурной.
четвертой вообще ноль. Сука, не заснял, как обычно. Ну, победа! У-ху! Ну что? А? Ага. Может ли Китай? Может, но не Китай. И не всегда. Вот, считай, ты наверху. Молодец. Тормоз нажми. Иначе может укатиться, ты тут на соплях.